Полковник Лисеев, спецотдел КГБ по розыску военных преступников. Алекс Лютый, дело сирот, третий сезон популярного детективного сериала «Алекс Лютый». Постановкой занялся режиссер Владимир Нахабцев, а главным ролям вернулись Антон Хабаров, Екатерина Олькина и Эмилия Спивак. По сюжету нового сезона, после самоубийства бывшего руководителя Einsatzgruppe СС Манкевича, подполковник Андрей Лисеев в исполнении Антона Хабарова берется за розыск военных преступников из его команды. Распутывая цепь загадочных событий прошлого и настоящего, Елисеев вместе с сотрудниками отдела устанавливает, что в августе 1941 в здании музея располагались каратели Манкевича, где пряталась группа детей из детского дома, брошенная при эвакуации. После соседства с отрядом Манкевича дети исчезли. При помощи секретного архива Алекса Лютого Елисеев узнает, кто входил в состав группы карателей. Кажется, что появился реальный шанс выйти на след военных преступников, но все оставшиеся в живых члены отряда гибнут один за одним при загадочных обстоятельствах. Откуда вы знаете? Работа такая. Режиссер Владимир Нахабцев отметил, что основным двигателем сюжета третьего сезона является страшная история, которая произошла в 1941 году, после того, как на оккупированной территории Советского Союза вошли немецкие спецподразделения СС. Один из них разместился рядом с детьми из детского дома, которых не успели эвакуировать. Что же стало с сиротами? Погибли они или сумели выжить? Вот те главные вопросы, которые волнуют главных героев. В новом сезоне персонаж Екатерины Олькиной поменяет место работы и станет сотрудником госбезопасности, как и подполковник Елисеев. Персонажи сериала будут часто ездить по разным городам, а героине Олькиной придется даже побыть агентом под прикрытием. Как и в предыдущих двух сезонах, в сериале параллельно развиваются две сюжетные линии. Военное время 1941 года и расследование преступлений, а также поиск нацистских преступников 1976. Точная дата выхода третьего сезона пока не определена, но известно, что новая история будет состоять из 10 серий, а премьера запланирована на весну 2024 года. Надо потерпеть. Скоро все наладится. Так что давайте вместе наберемся терпения и пока посмотрим другие интересные детективные проекты, например, сериалы «Одесса», «Число зверя», «Законник» и, конечно же, всеми любимые «Шеф-6» и «Невский 7». Я про такое тоже слышал. Не забудьте подписаться, поставить лайк, а также обязательно оставьте свои классные комментарии о том, какие сериалы и фильмы вы бы хотели увидеть в первую очередь. Надеемся на вашу активность и любую поддержку наших видео. Всегда ваш канал о кино.